что здесь у нас такое? Они написали, что мы сервируем самый большой бургер на острове, и он бесплатный, если ты можешь его полностью съесть. Да ты че? Ну это нереально его полностью съесть. Вообще сила. Одно дело, если на пятерых ты его полностью съешь, окей? Ага. На один ты никогда в жизни не съешь. То есть, если ты его съедаешь, он бесплатный? Да. А если один ты его не съедаешь, то он платный, так получается? Получается, да. Вообще сила. Ничего это себе. Никто в жизни не съест, то смотри, сколько килограммов там. А сколько стоит, не написано, да? Нет. Может, здесь написано? А, вот здесь можно. А вот полкилограмма бургер. А, вот это он, наверное. Сколько? Нет, я думаю, что это больше. Вот смотри, 30XXXXL какой-то. Ага. В общем, здесь чисто по бургеры и разные огромные размеры. Огромные какие-то, да? Да. 24 евро, 19 евро, 15 евро. Да. 12 евро. Он маленький есть, я так понимаю. А нет, это суп уже. King Burger 30 сантиметров. Ну вот написано free. То есть free, если ты его съешь. Да, да, да. И не free, тогда 26 евро. А, вот он, ага. 30 сантиметров это сколько? Ну это не так, что... А, ну вот так ну, вот. Да, да. Ну так вот. Получается. Ну это, наверное, есть. Ну вот смотри, он огромный. В руках, посмотри, как она его держит. 20 сантиметров. Еще. Вот, 30. еще. Вот примерно, еще больше. Ну, 30 сантиметров, примерно, мне кажется, вот должно быть больше. Ну, так... в смысле, 30 сантиметров не так много, мне кажется, чем... Ну, извини меня, имеется в виду же, на одного, наверное, съест? Да. А вот 1,5 килограмма. 10 человек. Стейк. Тоже, если ты его весь съешь, то бесплатно. Вообще ну, понятно, ты его никогда в жизни не съешь. Вообще, прикольная закидушка такая, да? Друзья, находимся на Мальте. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.